Первый замначальника ОМВД по Северодвинску, начальник полиции Сергей Пермяков, временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Самому начальнику Северодвинского ОМВД Владимиру Зернову объявлено о неполном служебном соответствии. Таковы первые результаты служебной проверки. Она началась неделю назад в связи с задержанием Шаманинской ОПГ. Начальником полиции Сергея Пермякова назначили в августе 2012 года. Ранее он занимал должность замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ОМВД. Решение о его временном отстранении принято на заседании коллегии областного ОМВД, где речь шла о недавнем скандале в северодвинской полиции. Напомним, экс-начальник уголовного розыска Алексей Шумов арестован по обвинению во взяточничестве, пособничестве ОПГ «Шаманинский» и превышении служебных полномочий. По итогам рассмотрения указанного вопроса было принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности более 20 руководителей подразделений органов внутренних дел региона, допустивших чрезвычайные происшествия с участием личного состава. Начальнику ОМВД по Северодвинску Владимиру Зернову, а также заместителю начальника полиции по оперативной работе города Корабелов Сергею Орехову объявлено о неполном служебном соответствии. Кроме того, начальнику ОМВД по Архангельску подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. За неделю до этого его также временно отстранили от исполнения служебных обязанностей.